Аузу биллахи мина шайтана раджим, бисмиллахи рахмана иррахим. Ассаламу алейкум, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на телеканале Хади ТВ 3, где мы обсуждаем различные темы ислама, начиная от рождения великих людей, заканчивая их уходом из этого мира. Сегодня у нас позитивная тема, очень благая. Сегодня мы раскроем тему рождения имама Али алейхиссалям, нашего первого имама Ахли Аль-Бейт, опоры религии, льва Аллаха, так сказать, последователя воспитания мусульман после пророка, саллиллаху алейхи ва алейхиссалям. То есть очень великая личность, как и все наши имамы, алейхим салям. Я спешу вам представить нашего гостя сегодняшнего, Мирзаханов Курбан, студент духовной семинарии города Кум. Ассаляму алейкум, Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Очень рады, что вы пришли, уделили нам время. И с позволения Аллаха я бы хотел сразу перейти к раскрытию темы. Курбан, пожалуйста, раскройте нам тему о том, как и когда появился на свет великий человек имам Али, алейхиссалям. И все, что этому сопутствовало. Прошу вас. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин, ва муин. Вассалату вассаламу аля сейид ал-анбияи вал-мурсалин, ва аля алихи тайибин, ат-тахирин, ал-ма'сумин, ва ла'нату ад-даимату, аля адаихи маджмаин, иля кияуми яуми ад-дин. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу поприветствовать дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и поздравить их с этим благословенным днем, днем 13-го Раджаба, когда родился его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, который, в свою очередь, сыграл важнейшую роль в усовершенствовании исламской религии и в ее завершенности, согласно священному Корану, где Всевышний говорит «Аль-Яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию. Сегодня я завершил милость свою над вами. И сегодня я доволен исламом как религией для вас. А когда мы смотрим на историю, мы видим, что этот день непосредственно связан с его светлостью Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам. Это очень важный вопрос. В аяте сказано «аль-яум» – «сегодня». Сегодня, слово «сегодня», оно не может быть применено к какому-то абстрактному какому-то явлению, какому-то неопределенному дню. Это определенный день, и, конечно же, хочется призвать мусульман задуматься над тем, что это за день. Потому что именно в этот день была усовершенствована религия, завершена милость Бога. И именно в этот день Бог довольствовался религией ислам как религией для всего человечества. И это важный вопрос. К сожалению, многие толкователи Корана, многие мусульманские ученые избегают столкновения с этим вопросом, что очень печально на самом деле. Хотелось бы, чтобы этому дню было уделено больше внимания. Раскрыли, да, эту тему? Да, чтобы для себя выяснили, что это за день, почему, толкуя священный аят, этот священный аят, они избегают ответа на вопрос, что это за день. Если я не ошибаюсь, у этого дня есть имя, да? Конечно же, это день, 18-е Зульхиджа, называется оно Гадир Хум. Да, знаменитый Гадир Хум. Который, вне всякого сомнения, с этой точки зрения, должен превосходить по своему величию и достоинству все остальные праздники, вне всякого сомнения, согласно священному аяту. Аят говорит именно сегодня, но когда толкуют этот день многие ученые, они называют какие-то дни, которые по своей значимости ничего из себя не представляли. То есть в них не произошло ничего нового, в них не было ниспослано что-то новое. Почему же Бог именно в этот день довольствовался религией? Почему именно в этот день
усовершенствовал религию? Почему до этого религия не была совершенна, если ничего не изменилось в этот день? Это, конечно, вопрос, на который необходимо ответить. Возвращаясь к вашему вопросу, мы немножко отвлеклись. Его светлость, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, как уже было сказано, 13-го Раджаба, священного месяца Раджаб, родился. Родился он также в священном городе, родился в священном месяце, в священный день, родился он в пятницу, родился он в священном городе Мекка и родился в священном месте Мекки, а именно в мечети, запретной мечети внутри дома Бога, Бейтуллах аль-Харам, то есть внутри Каабы. Эта история очень известна, то, что он родился именно внутри Каабы и принимается абсолютным большинством мусульманских историков, мусульманских хадисоведов. И по этому поводу, на самом деле, хотя и существуют сомнения, которые мы также, наверное, коснемся, но все-таки эти сомнения, они какого-то серьезного внимания не заслуживают. Не привлекают к себе. В этой связи можем вспомнить слова Хакима Нисабури или Нишабури. Хаким Нишабури, у него имеется книга «Аль-Мустадрак аль-Сахихейн». «Мустадрак аль-Сахихейн». Эта книга написана в дополнение двух самых известных сборников преданий в мусульманском мире, а именно книги Бухари и книги Муслима Нишабури. Имеются две книги, самые известные сборники, то есть Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим. Составляя свой сборник Хаким Нишабури, он руководствовался теми критериями, которые использовали в своих книгах, в составлении своих сборников Бухари и Муслим. То есть он брал предания через тех же самых передатчиков, использовал те же самые критерии, которые использовались этими двумя составителями и двумя мухаддисами. И поэтому он как бы считается дополнением к этим двум книгам и как следствие по своей достоверности и по своей значимости он не должен уступать, потому что главное в книгах Бухари и Муслима был их метод. Не то, к каким преданиям они добрались, какие предания они смогли собрать, а то, какой критерий они использовали. Считается, что их критерий, согласно мнению большинства мусульман, считается, что это в особенности, конечно же, среди оппонентов учения непорочного семейства, считается, что их критерий был самым совершенным в отборе преданий. И эти же критерии использовал Хаким Нишабури. Вот что он пишет в своей книге по поводу... Он приводит предание, я прежде всего скажу, в котором говорится, что Хаким ибн Хаззам, некий человек по имени Хаким ибн Хаззам, был рожден внутри Каабы, и до него, и также после него, не было никого, кто родился бы внутри Каабы. После этого предания Хаким Нисабури пишет следующее. Он как бы в виде протеста против этого предания, он упоминает некий факт. Он пишет: «Факат таватарат аль-ахбар анна Фатимата бинта Асад ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة». Он говорит, что очень много преданий, то есть количество этих преданий настолько много. Слово «таватарат» используется в том случае, когда их очень много и настолько много, что нету никаких сомнений относительно достоверности этих преданий.
Конечно, когда мы говорим много, имеется в виду цепочка передатчиков, передается от разных групп людей, от разных передатчиков. То есть этих преданий настолько много, что нет никаких сомнений в их достоверности. Что это за предание? Что Фатима бинт Асад является матерью его светлости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Родила его светлость повелителя правоверных, Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, внутри Каабы. То есть мы видим предание, согласно которому, и при этом это предание достоверно, принято и передается множеством путей, которые не оставляют никаких сомнений в достоверности этого предания. И эти предания гласят, что его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, также родился внутри Каабы. Это четвертый том книги Мустадрак, 611 страница, издательство Даруль Маарифа, Бейрут, 98 года издания. Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, видим, что существует множество преданий, которые отличаются своими путями передачи, которые, в общем-то, являются принятыми, достоверными преданиями и гласят о том, что его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, родился внутри Каабы. Но наряду с этим мы имеем предание, гласящее, что Хаким ибн Хаззам родился также в Каабе, но при этом, кроме него, согласно этому же преданию, никто больше не рождался. И именно из-за этого второго предания здесь имеется определенное сомнение, имеется разногласие среди мусульманских ученых, хадисоведов. Некоторые считают, что не только Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, родился внутри Каабы, но и Хаким ибн Хаззам. Хаким ибн Хаззам, если мы его затронем, он не был мусульманином, то есть он принял ислам только в последние годы жизни его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Жил в Мекке, был одним из мекканцев, одним из многобожников мекканских. Известен он тем, что он занимался истреблением и уничтожением продуктов. Это своего рода такой экономический шаг, когда хотят повысить цены на определенный продукт и уничтожают определенное количество, оставшееся как дефицитный продукт, уже повышается в цене. Именно этим он занимался. Но если обратиться к этому преданию, этому второму преданию, которое гласит, что Хаким ибн Хаззам родился внутри Каабы, мы увидим, что это предание приводится от определенных людей, которые имеют общие характеристики, общую черту. Дело в том, что Хаким ибн Хаззам является двоюродным братом известного сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Зубейра. А предание о том, что Хаким ибн Хаззам родился в Каабе, внутри Каабы, и больше никто не рождался в Каабе, передаются внуками Зубейра. То есть именно внуки Зубейра, которые, естественно, были ангажированы и имели свои пристрастия политические. То есть мы можем с уверенностью сказать, что это предание по поводу Хаким ибн Хаззама, который был вынужден на самом деле принять ислам, был выдуман. Выдуман, с одной стороны, чтобы принизить достоинство его светлости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и с другой стороны, заполучить определенные политические преимущества, так как на тот момент семья Зубейра и его сын Абдуллах ибн Зубейр, который является предком обоих этих передатчиков, одним из этих передатчиков является Мус'аб ибн Абдуллах, сын Абдуллы Мус'аб. Именно от него передает предание Хаким Нишабури. А второй — это Зубейр ибн Баккар, также являющийся потомком Абдуллы ибн Зубейра. Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать, что этот хадис был выдуман исключительно для того, чтобы придать значимость той своему политической древу. Силе, да, то есть той династии, так как определенное время Абдулла правил Меккой, был халифом, назвал себя халифом, и необходимо учесть, что
эта династия, она была намного хуже, чем династия аббасидов и омейядов по своей злобности, по своей вражде к семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Хотя, конечно, в истории они эту свою злобу не очень-то успели проявить. Они, в общем-то, не очень верно действовали, можно сказать, политически и потерпели поражение в этой области. Но при этом успели уничтожить огромное количество из числа последователей непорочного семейства. И даже те члены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть члены семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые жили в Мекке, они подвергались угрозам со стороны семейства Абдулла ибн Зубейра. Они, даже была попытка сжечь их, сжечь всех, вне зависимости, женщины, дети или же взрослые, старики и так далее. Поэтому мы с их стороны видим определенную злобу, определенную вражду к непорочному семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому выдуманность этого предания, оно как бы не является чем-то необычным наряду с этими событиями, которые происходили на тот момент. Помимо этого, имеются и другие предания, которые явно являются выдуманными. Например, история с попыткой самоубийства его святости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Также среди передатчиков имеются члены этого семейства. При этом, согласно этому преданию, его святости пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, помогал Варака ибн Науфаль. А Варака ибн Науфаль является, опять-таки, родственником Зубейра. Таким образом, мы видим, что они зачастую приписывали даже пророку попытку самоубийства для того, чтобы возвысить членов своей семьи и свою семью и получить таким образом политические дивиденды. Действительно, очень глупые методы, так как в это мало кто поверит. Уважаемый Курбан, спасибо. Мы прервемся на небольшую паузу и продолжим с вами. Уважаемые наши телезрители, далеко не уходите. Буду рад вас видеть через несколько минут. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, наши дорогие телезрители. Мы с вами, с позволения Аллаха, продолжим раскрытие темы рождения имама Али, алейхиссалям, нашего первого имама, Ахли Аль-Бейт. И спешу представить еще раз нашего гостя, студента нашей духовной семинарии города Кум, Мирзаханова Курбана. Ассаляму алейкум, Курбан. Очень рада, что вы пришли. С позволения Аллаха, мы продолжим нашу тему, нашу позитивную, прекрасную тему. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами разобрали тему, когда и где родился имам Али, алейхиссалям. И сейчас бы хотелось спросить у вас именно роль. Да, мы также разобрали, что он родился в Каабе, в священном месте, в священной мечети. И хотели бы разобрать, что же это, естественно, то есть непростая ситуация, это, естественно, дела Всевышнего нашего, да, Аллаха, наглядный пример, скажем так. И расскажите, пожалуйста, вот этот пример и вот эта ситуация рождения имама Али, алейхиссалям, в Каабе, что из себя представляет? Имеется предание от То есть я говорю о том, как это произошло, потому что может возникнуть вопрос, почему в Каабе, как это произошло с точки зрения, с исторической точки зрения. Имеется предание, в частности, от его светлости Али ибн Хусейна, имам Саджада, алейхиссалату вассалам, который говорит, что это произошло во время паломничества Фатиме, Фатимы бинт Асад, матери его светлости Али ибн Абиталиба, алейхиссалату вассалам. То есть она, совершая
зиарат, совершая паломничество к дому Бога, то есть это произошло во время паломничества. Она отправилась сюда, чтобы совершить паломничество, но Всевышний так захотел и так предопределил, чтобы во время паломничества ее светлости Фатима произошло, то есть рождение его светлости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. И она не могла найти места, то есть она пыталась найти место, чтобы укрыться, и в этот момент перед ним раскрылись стены священного дома, Кабы, и она вошла туда, и также они раскрылись, когда она выходила оттуда. Но что это может означать, то есть на что это может указать, почему именно так это произошло, почему Бог предопределил? Конечно же, причин может быть несколько, и мы не претендуем на то, что хотим постичь и познать все эти причины. Но есть один очень важный момент, на который стоит обратить внимание, заключающийся в том, что мусульманский мир в отношении его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не имеет каких-то разных точек зрения. Несмотря на какие-то небольшие детали, небольшие разногласия в каких-то определенных небольших деталях, все-таки большинство мусульман приписывает его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ту роль, которую он заслуживает, а именно все считают его пророком и посланником Бога, и тем, кто принес человечеству совершенную и последнюю божественную религию. Но при этом второй человек после него, и более того, согласно священному Корану, человек, который обладал миссией наставить уму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на праведный путь, этот человек остался в тени. То есть исторически для многих этот человек остался в тени. Я укажу на аят из суры Гром. Это 42-я сура и 7-й аят. Ауду биллахи минаш шайтани раджим. В этом аяте говорится следующее. Обратите внимание. Иннама анта мундир, говорится в аяте. То есть, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний говорит: ты всего лишь напоминатель. Иннама анта мундир. То есть, здесь использовано слово «только». Ты только лишь тот, кто напоминает, тот, кто увещевает, скажем, то есть тот, кто увещевает, ты всего лишь увещеватель. А далее в аяте говорится: «Вали кулля каумин хад». Но у каждой общины есть тот, кто наставляет ее, то есть наставляет эту общину. То есть «Ли кулля каумин хад», «Иннама анта мундир», «Вали кулля каумин хад». Ты всего лишь увещеватель, и у каждого племени, у каждого народа имеется наставитель, тот, кто наставляет его на правильный путь, на праведный путь. Итак, что означает этот аят? Согласно толкованию большинства и многих мусульманских ученых и толкователей священного Корана, здесь, несомненно, одно, что под наставителем, под хад, под тем, кто наставляет, здесь подразумевается Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. То есть, согласно преданиям от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и, в частности, со слов самого Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был увещевателем этой уммы. Но наставить его на праведный путь должен был Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. И это исторически тоже прослеживается. Мы укажем на предание, и я уточню, каким образом исторически это прослеживается. Джалаль-ад-Дин Суюти, например, в своей книге «Дур-уль-Мансур» приводит это предание от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где его светлость говорит, что я увещеватель этой уммы, а Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, является
тем, кто наставляет это уму на верный путь. И также со слов самого Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, Ахмад ибн Хамбал в своей книге «Муснад», которая является одной из авторитетнейших сборников преданий в мусульманском мире, и сам Ахмад ибн Хамбал, который является одним из лидеров, мусульманских лидеров, и многие мусульмане следуют ему как в вопросах идеологии, так и в вопросах правовых вопросах, то есть он имеет большой авторитет в мусульманском мире, он свою книгу считал очень важной и значимой для мусульманского мира. Он под номером 1044 также приводит предание от Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, где говорится, что его светлость является увещевателем, а наставителем этой уммы является некий человек из семейства Хашима. А из семейства Хашима мы знаем, что самым выдающимся и лидером этого семейства после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. И также в Мустадраке, уже ранее упомянутом нами Мустадраке Хакима Нишабури, который написал, составил свой сборник как дополнение к двум авторитетнейшим мусульманским сборникам, то есть Сахиху Бухари, Сахиху Муслиму, как дополнение к ним написал в третьем томе, 140-й странице, издательство Даруль Кутубль Ильмия, Бейрут, 90-го года, где также Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, уже уточняет, кто является этим человеком из рода Хашима. Он говорит, что его светлость, посланник Бога, является Аль-Мундир, является увещевателем, и «Ва-Ана Аль-Хади», его светлость говорит, что именно я являюсь увещевателем. Таким образом, давайте обратим внимание на этот аят. Какую значимость для общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, имел его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам? Естественно, колоссально, согласно этому аяту. Так как именно он должен был наставить эту умму. Конечно же, это не единственный аят, говорящий о значимости его светлости, о значимости для мусульманской уммы. В частности, упомянутый нами аят, который был ниспослан относительно дня Гадирхум, и многие другие аяты, множество аятов в священном Коране и множество речей, которые были произнесены его светлостью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности, признанное и достоверное предание, в частности, признанное одним из авторитетнейших современных мухаддисов Насируддина Альбани, также подтвердил достоверность этого предания, которое гласит, что если пророк Мухаммад, то есть сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова, он сказал, что если я сражался и боролся за то, чтобы люди приняли священный Коран, то Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, после меня будет бороться и сражаться за правильное его понимание. То здесь разные, два разных вопроса, два разных этапа в становлении и развитии ислама как религии. И второй этап полностью находился в ведении и зависел от его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. И его светлость, в отличие от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является в данном случае немножко спорной личностью. Да, конечно, все мусульмане уважают его, считают его своим авторитетом, но не все его воспринимают как наставителя, не все его воспринимают именно так, кем он является, кем он был представлен его светлостью, пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и также не считают его тем, кем он был представлен исламской религией и в первую очередь в священном Коране. И в связи с этим, конечно же, было очень важным подчеркнуть его положение. То, что он родился даже в священный день для мусульман. Мы все прекрасно знаем, что пятница является священным днем для мусульман. И также в священный месяц и в священном месте. Это
возможно и, скорее всего, указывает нам на то, что его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, имеет в исламе огромнейшее значение. То есть Бог таким образом демонстрирует нам, насколько высокое положение имеет его светлость. Так как мы видим, что есть люди, мусульмане, которые придают ему четвертое значение, например, после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, конечно же, является огромнейшей несправедливостью. Это является исторической несправедливостью, которая может быть устранена благодаря вот подобным, если мы обратим внимание на подобные события, которые происходили в жизни его светлости пророка, и с которыми начался его жизненный путь. Да, Гурбан, спасибо. И у нас напоследок еще один вопрос, я думаю, не менее важный, очень сильный вопрос. Смотрите, вот так как вы сказали, Али, алейхиссалям, остался в тени, но как нам в Коране Всевышний говорит, что истина открывается для понимающих, размышляющих, да, для тех, кто не хочет слепо чему-то, так сказать, следовать, а размышляет, думает и ищет что-то, да, для себя, дабы не впасть в заблуждение. Так вот, расскажите, пожалуйста, вот создав такой выбор Всевышний для нас, оставив Али, алейхиссалям, в тени, как, грубо говоря, мусульмане, чем руководствуясь, нашли правильный путь, а чем руководствуясь, заблудились некоторые мусульмане. Либо, скажем так, выбрали не ту дорогу. Да? Прошу вас. Ну, на самом деле, вопрос сложный с той точки зрения, что люди, на самом деле, бывают разными. Угу. И всех их, конечно, мы охватить не можем, как, кто, как, и в каких ситуациях, в каких обстоятельствах. Но хочу указать на один очень важный момент. А именно на то, что Всевышний никогда не оставляет истину скрытый полностью. Он всегда преподносит людям ясные, очень отчетливые доказательства и указания, которые, воспользовавшись которыми, человек легко может найти тот путь и то верное направление, которое приведет его к совершенству и счастью. Например, обратите внимание, да, мы когда очень часто многие люди задаются таким вопросом, говорят, неужели эта огромнейшая вселенная содержит в себе только людей, только человечество является обитателем этой всей вселенной. Но если мы обратимся к священному Корану, там говорится, что мы для вас украсили нижнее небо. То есть украсили нижнее небо для вас. Другими словами говоря, не арабским, своими словами говоря, Вселенная, то, что мы видим, то, что мы можем наблюдать, то, что изучает астрономия, все это было создано только для человека. Ну, конечно, возникает вопрос, зачем для человека столько всего было создано? Разве это не является ярчайшим указателем и наставлением на то, какое важное значение имеет пребывание человека в этом мире? Человеку достаточно просто поразмыслить над этим, над тем, что вся эта вселенная была создана только для того, чтобы он прожил свою короткую земную жизнь. Это говорит только о том, что насколько его земная жизнь имеет важное значение и насколько большое преступление он совершает, оставляя, относясь к своей жизни халатно. То есть таким образом мы видим множество указаний в нашей жизни, множество наставлений со стороны Бога, и в том числе по поводу Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. И любой человек, здесь нужна только искренность, желание. Потому что, как мы знаем, ислам и вера – это разные вещи, как знаем также в том числе из самого священного Корана. Человек может что-либо принять, но не уверовать. То, что мы называем себя мусульманами, то, что мы читаем молитву, это еще не значит, что мы уверовали. Вера, добровольное желание, добровольное стремление к познанию истины. Искреннее самое главное. Искреннее стремление к познанию истины, мы видим, что раскрывает все двери, и истина полностью становится абсолютно ясной. И здесь не остается никаких сомнений.
доказательств, доводов достаточно для того, чтобы люди осознали, насколько высокое положение имел его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Например, мы, к сожалению, не успели сказать об этом, что его светлость воспитывался самим пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И также одной из самых больших исторических несправедливостей является то, что считается, что его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, попал в дом и оказался под присмотром его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в результате экономических проблем Абу Талиба, отца имама Али, алейхиссалама. Но это на самом деле не так. Изучая более подробно историю, мы видим, что его светлость пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стремился заполучить Али, чтобы самому его воспитывать. То есть не было экономической проблемы. Это на самом деле даже абсурдно в той ситуации, учитывая, сколько родственников было у Абу Талиба. И эти родственники были самыми влиятельными в Мекке, самыми влиятельными курайшитами. И разумно ли полагать, что в такой ситуации он испытывал экономические трудности? И более того, насколько верно оказывать другому экономическую поддержку, взяв его ребенка из его семьи? Насколько это важно? Насколько это можно? Насколько это нравственно правильно? Разве так помогает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Разве так он оказывал поддержку своим родственникам, взяв ребенка из их семьи? Нет, причина заключалась в том, что он хотел сам воспитывать, хотел воспитать его с детства в духе ислама, воспитать из него будущего лидера и наставителя, как сказано в священном Коране. Эти факты, я хочу подчеркнуть, что эти факты все являются наставлением к тому, какое положение имела его светлость. А эти люди, которых возносят над ним, они многие годы были многобожниками и даже распивали напитки спиртные, и даже некоторые из них убивали, то есть были убийцами кого? Младенцев. Разве это не ясно? Разве не ясно, кто здесь превосходит кого? Абсолютно, на мой взгляд, понятно, ясно. Действительно, то есть знаков очень много, знаков и ясных картин для нас, да? Сделать выбор здесь действительно несложно, но почему-то так произошло. Ну, это дела Всевышнего Аллаха. Большое спасибо, Курбан, очень было познавательно. С хорошей стороны раскрыли нам тему. Я надеюсь, что наша сегодняшняя тема очень позитивно отразится на наших телезрителях, да и на мне, я тоже много для себя узнал. Большое спасибо, всего вам доброго, ассаляму алейкум. Алейкум ассаляму алейкум. Наши дорогие телезрители, наше время подошло к концу. Я очень рад был раскрыть вам сегодняшнюю тему, позитивную. Рождение имама Али, алейхиссалям, нашего первого имама Ахли Аль-Бейт. Всего вам доброго, ассаляму алейкум.